В парке Александрино прошел юбилейный 35-й легкоатлетический пробег по юго-западному рубежу обороны Ленинграда. Акцию посвятили памяти жертв фашистской блокады в Великой Отечественной войне. В этом году пробег приобрел новый формат. Начался он с торжественного митинга у обелиска защитникам Ленинграда. Цветы к памятнику возложили представители администрации, депутаты, сотрудники МВД и полиции, а также участники спортивного состязания и жители района. Поменялось и место проведения самих соревнований. Решили попробовать. Все-таки парк Александрино, и вот там, где мы находимся, это тоже было определенное место рубежа юго-западного обороны Ленинграда. Поэтому решили попробовать провести это в новом формате. Но идея героико-патриотическая, она у нас остается. Изменилась и дистанция. Теперь любители бегут 3 километра. Спортсменам предстоит преодолеть в 2 раза больше – 6. Напомним, раньше пробег памяти был длиной в 4 и 10 километров соответственно и проходил через мемориальный комплекс «Кировский вал» в составе «Зеленого пояса славы». На этот раз к обелискам не побежали, а поехали. Правда, на военной технике. От участников забега цветы отправились к памятнику защитникам Ленинграда в Лигово и к танку-победителю.